Тут это Сергей Попко, Игорь Барабаш в синей фуражке. У Любы раскрыла шифер, поколотила буря. А сейчас стены ей вот привезли, надо закрывать срочно. Ну и везде по деревне пошли, как говорится, шлендать, искать, у кого где лежат шиферинки. Вот оказалось у Виктора Савченко, потом рассчитаются. И вот сейчас покрывают вот этот, ну, метров 4, наверное, высота, не меньше. Тут сено, видно, уже лежит. Вот он поднимает, подвез шифер Игорь на тракторенке. Люба мне позвонила, а я там разгораживаю старое все еще. Пойду я туда. А чего у вас лестница на поперек стоит? Почему? А по ней шифер. А? Ну по ней шифер. Подтаскивать. Чтобы шифер, да? А ну-ка ты залезь, сними рукавички. Покажи, как они там делают. На руку просунь, медленно, медленно. А потом туда направишь, сюда. Я фотографирую. А вот она, край свой, вот этот приподнять, не видишь. Да, вот она идет. Может даже чуть пониже. Вот, ниже край. Выключать, нет? Фуражку на ремонт отдал сегодня. Она вчера и задралась у меня. Я Надежде Васильевне дал задание. Половина сделай черная, половина красная. Если штаны такие делает, почему фуражки не сделала сегодня? А у меня фуражка уже лет 30, наверное, ей. А батюшка меня увидал и говорит, а что это у тебя такое-то? Я говорю, что такое? Я говорю, а чем моя метелька хуже твоей? У него надета такая же. У меня это награда. Я говорю, тщеславие одна награда. Мне нужно солнце печет. Награда у него это шапка. Ты в шапке молишься, что запрещено. За столом в шапке сидишь. Это камилавочка, не камилавочка, там как там называют ее. А твоя по тщеславию. Друг перед другом хвалится, какого цвета. Потом шапка раскрашивает, архиерей стал. Будет еще второй. Вот. Потихонечку. Урони. Шагни теперь на эту. Вот так. Благодарю, Сергей Павлович. Ох. Вот оно как. Трактор тут, а тут хозяйка дрова носит. У нее дров тут уже с улицы-то посмотреть сколько. Одна живет, несколько коров держала. Вот она какая у нее поленница. Поленница больше метра, полтора. Это клен. И набрала, какие хорошие. Вот так. И там она ветер заносит. Теперь это вот все. Палаткой, это я отсюда беру, а они вверху там. Хорошо прибивайте-то, чтобы ветер-то не победил вас.
Вот Любина дрова. Бросай еще одну. Вот у нее телята она держит. Мясо. Одна. Шесть пород кур держал. Этого никто не делал, кроме Любы. Минаева. Гуси. Все только у нее беременные гуси сейчас. 13 уже большие. И тут вот не выпарились. Два гусенка и три взрослых гуся. Это ее. Пчел тут завела. Сесарок. Индюшок, индюшек, еще только у нее нету. Повторяю, одна. Как страшно гремят они. Да хватит шифера, нет? Сколько тут шифера-то еще? Ну-ка, посмотри. И можно там посчитать, сколько их-то. Раз, два, три, четыре. 5, 6, 7 шиферин и на 2, 14. Еще 16 шиферин надо. Не сколько? Здесь 7. Ну не знаю, там может быть не до конца дотянуть. Это надо до конца. Ладно, я пойду там борюсь с травой. Еще Люба-то я так и не увидал. Застряла это. А это вот вдалеке виден вот этот кружок, где это бывший детский лагерь. Вот только он находится примерно вот это место. А дальше это так просто березы обсаженные. 9 соток. И такую бучу подняли. 45 лет. Да еще 2 года в другом варианте, формате лагерь. Бесплатно. Никто не получает за это, государство ничего не дало. А это Игоря Барабаша поле ячменное. Вот усатые какие пшеничные эти стебли. Все поваляло бурей. Все полулежащее состояние. Вот, а там далеко где-то, видимо, пасут. Ну, я тут ничего не покажу. Спрашивают, молиться, не молиться. Нас преследует кто? Молитесь. Если даже все отобьет Господь это дело, как Богу угодно. Ну, батюшка приехал. О! Что затоптали все, а? Да вот что делается-то, а? Пришел попробедать сегодня только. Вот они наверху. Володя там стучит. Володя, ты по краю-то не ходи, уйди в сторонку маленько. Батюшка попроведал, как тут пшеница. Видишь, что-то не маящит. Повалило. Не знаю, батюшка. Что это? Перекормил, наверное. Ну вот. Неправильно ячмень пошел. Перекормил, говорит его. Мы на горох к нему ходили. Сходи, посмотри, какой горох интересный. Там, за Масоловским. А я был, да.